вентилятор. Обожаемое горожанами летом устройство разгонит воздух в колодце неподалеку от Воронкова-Калинина. Жар устроила стальная труба горячего водоснабжения. Рядом с ней скопилась дождевая вода. А ведь в так называемой галерее предстоит работать людям. В микрорайоне построены проходные каналы, в которых проходят все коммуникации. То есть отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и линии электропередач. Если в другой части города все отдельно зарыто в землю, да, то здесь все в проходном канале. Соседний проходной канал коммунальщики уже избавили от лишней влаги. Но ее совсем не боится Изопрофлекс. Это гибкие полимерные трубы. Нержавеющие, теплоустойчивые, их можно уложить по самой сложной схеме и выдержат даже кипяток. О порывах и свищах, что за 4 года здесь устранялись десяток раз, удастся забыть. Повредить трубу можно разве что специально. Мы ее привезли сюда впервые. До этого мы в прошлом году ее попробовали на 5-й школе. Труба показала себя очень хорошо, надежная в эксплуатации, никаких проблем не доставляла. И плюс она очень удобная в монтаже. Мы спускаемся в галерею, по проложенным участкам мы их соединяем. Все. Мы ничего не раскапываем, не используем какую-то либо тяжелую технику, не используем какую-то дополнительную технику, просто используем специальный инструмент. Трубу обновят по всей территории 408-го квартала. 1,5 километра коммуникации уложат частями по 70 метров. Потом соединят. Снабжать горячей водой будет больше 3000 потребителей. Масштабы и технологию оценила мэр Благовещенска Валентина Калита. Мы приняли решение, что здесь должны принимать участие не только специалисты, но и общественность. Поэтому на следующий выезд, я думаю, пригласим обязательно старших домов, которые тоже должны видеть, что происходит, понимать, как это делается, и объяснять тоже своим жильцам, что это вынужденная мера, но она гарантирует в перспективе бесперебойное снабжение горячей водой. Она, к слову, в кранах ближних домов сейчас есть. Услугу приостановят ради переподключения на новые трубы. Продлится это лишь пару деньков, примерно через 2 недели. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город».